Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. В сегодняшнем видео мы будем с вами открывать очень интересный парфюм. Я думаю, многие из вас, кто давно уже занимается и увлекается парфюмерией, знакомы с данной парфюмерной композицией. Я, в принципе, тоже знакома с этим ароматом, но с прежней ее его, то есть формулы, да? Мы здесь видим вот такую красивую коробочку, бренд нишевый Ксерджов, очень дорогостоящий и мною лично уважаемый. Но я также думаю, что и многие почитатели парфюмерии также почитают и любят бренд Ксерджов. И аромат называется Эрба Пура. У меня была раньше Эрба Пура в фиолетовом флакончике. Я использовала, наверное, где-то половину. Аромат мне очень нравился. Потом он меня утомил, знаете, таким сильным мускусным послевкусием. И я от него избавилась, как я часто, в принципе, это и делаю. Но вот вышла облегченная, как многие говорят, версия Эрба Пура. То есть это та же самая Эрба Пура, только в ней, по словам, уменьшено звучание мускуса и аромата более легко переносится. Итак, так это или нет, давайте вместе с вами узнаем и будем открывать эту красивую коробочку. Кстати, интернет-магазин «Золотое яблоко» нас очень часто радует, и невероятно часто бывают промокодики. И я, когда узнала промокод, который, не знаю, действует сейчас или нет, поэтому не буду писать его в описании, под видео, не преминула приобрести этот аромат. Вот, кручу, верчу. Вы только посмотрите, какая прелесть, да? В общем, покрутила, повертела, вы все со мной насладились этим зрелищем, и давайте открывать. Я очень хотела, чтобы та самая прежняя Эрба Пура, фруктовая, лимонная, бергамотовая, апельсиновая, ванильная, стала чуточку полегче и чуточку поносибельнее. А даже, может быть, и не чуточку. Естественно, перед приобретением я прочитала огромное количество отзывов. И все, как один, говорят, что это все та же прошлая Эрба Пура, только действительно мускус в ней значительно поубавлен. Вот этого я и жду, вот этого я и ожидаю от данной парфюмерной композиции, чтобы ее можно было спокойно носить в весенний-летний период. Вот здесь вот, что здесь делать, я не знаю. Разрезать, либо отклеивать, опять же, да? Да, я же не взяла с собой мистер-ножичек. Давайте с вами пошкрябаем. У меня с дачи и так все ногти уже убитые. Так скажем, да, субботником. Ну ничего, смотрите, открывается вполне себе нормально. И назад потом можно приклеить, в случае чего. У меня, кстати, в «Золотом яблоке» ждут еще целых 3 посылки. Эту посылку я открыла прямо в пункте выдачи, потому что в последнее время СДЭК частенько ошибается. У меня там много посылок из «Золотого яблока», ну еще из «Рандеву» также встречаются. И мне несколько раз там путали. Поэтому, когда сумма заказа довольно-таки основательная, как вот эта, чтобы не возвращаться, не приезжать назад, не обменивать посылки, потому что далеко не все посылки, которые я в приступе... шопоголизма заказываю «Золотого яблока», я забираю. Но это я вам так по секрету говорю. Иногда мой пыл немножечко охлаждается, потому что, ого, сколько денег-то на все требуется, да? И посылочку я не забираю. Либо заказываю еще что-то более вожделенное. Так, вот это вот все. Открыла. Кстати, напишите мне, пожалуйста, вы тоже так делаете? Иногда заказываете и иногда не забираете по причине того, что заказали еще что-то более хотибельная. Ой. Слушайте, как она тяжело открывается. Но самое главное, потому что у меня тут столика-то никакого нет. Открываю буквально на коленке, чтобы оно не вывалилось. А что оно, с другой стороны, что ли, опечатано? Я что-то юмора не поняла. Слушайте, оно было опечатано еще с двух сторон. Поэтому у меня получилось так. Ну, вы все знаете, что Олечка еще та еще мастерица по открытию посылок. Ого, посмотрите, какой красивый флакончик. Какой этот цвет? Лазурный, да? Вот какой-то лазурный. Лазурный летний цвет, синий-зеленый, такой вот цвет морской волны. У меня здесь под таким вот освещением, которое я вижу с оборотной стороны флакончик, он такой зеленоватый. А вы вот видите такой вот буквально цвет яркого синего тропического неба. Опаньки.
вот так вот это все на бархатной подложке. Я уже потрогала, что флакончик также бархатный. Коробочку я сейчас уберу в шкаф для коробок. И поэтому она мне, наверное, больше не понадобится. Давайте поставлю вот так вот, чтобы вам было лучше видно эту новенькую коробочку. Итак, давайте осмотрим флакончик. Флакончик бархатистый, флакончик непрозрачный. Если раньше флакончик был фиолетовый, то теперь мы с вами видим, что это вот такой вот действительно какой-то вот очень красивый и изысканный цвет морской волны. Бархатистый, да? Наверное, такой вот по определению будет полисборничек, но невероятно приятно держать в руке, как, знаете, какого-то пушистика, как какого-то котенка. А на донышке у нас наклейка, смотрите, на бархате чудом-то держится. Объем 100 мл, концентрация Eau de Parfum, то есть парфюмерная вода. И крышечка, да, в форме, что это такое, такой вот короны. Да, это, скорее всего, в форме короны, вот такая золотая. Сейчас мы с вами посмотрим, как она тяжеленькая, либо нет. И вот тут вот металлическая наклеечка с надписью, которая олицетворяет название аромата «Эрба Пура». «Эрба Пура» – это, по-моему, что-то в переводе «чистые травы», да? Но я гуглила, ну, довольно-таки давно. Да, вот маешь вещь, флакончик 100 мл, очень тяжеленький. Я еще знаю, что есть флакончики объемом 50 миллилитров, по-моему, правда же? Ну что, давайте открывать крышенцию. Открыли крышку. Здесь, посмотрите, Ксерджов, логотип марки. А на самой крышечке Ксерджов, полное название бренда. Да, крышечка, она такая металлическая, тяжеленькая. И вот видите, там Ксерджов, буква XX. И вот такая. Внутри колпачка. Абсолютно ничем не пахнет. Так, мои хорошие, почему этот аромат я решила приобрести именно в золотом яблоке? Потому что так же, как и кирки, так же, как и кассиопея, горячо мной любимые парфюмы, Эрба Пура до сих пор находится на пике популярности. И абы где ее покупать точно не стоит. И я не хотела, знаете, вот под микроскопом изучать все тонкости надписей, гравировок, оттенков цвета, да, и всего прочего, потому что я знаю, если я приобретаю в золотом яблоке, значит, это будет 100% оригинал. Почему? Да потому что золотое яблоко официалы, то есть они официально представляют ту либо иную марку. Расскажите мне, также любите вы так же, как и я, переплачивать? Но переплачиваю я за то, что я полностью в душе уверена, вообще полностью уверена, что держу в руке оригинал, то есть мою вещь, и буду пользоваться 100% оригинальной продукцией, потому что подделки всякие я не люблю, но у меня вообще за всю жизнь подделок-то не было, была только вот такая вот аналоговая парфюмерия, типа Эс Парфам, и то я от всех избавилась уже давным-давно, причем Эс Парфам ароматы у меня очень охотно купили девочки, чему я удивилась, да? Но Эс Парфам, кстати, до сих пор и цветет, и процветает у нас. Так вот, их островки в городе до сих пор и существуют. Ну что, давайте наносить. Я вам уже сказала, что обожаю аромат кирки. Еще больше я люблю кассиопею. Кассиопеей я уже давно не делюсь, потому что у меня там самой для себя осталось только миликов 5. Кирки, он такой более мускусный. Кассиопея, она такая более фруктовая. И абсолютное большинство пользователей отметили, что современная Эрба Пура, вот этот вот перевыпуск в таком шикарном флакончике, это что-то такое среднее, очень красивое. Подложка, но не такая тяжелая мускусная, как у кирки, такая бархатистая. И фруктовая корзинка еще более сочная, чем у кассиопеи. Кирки и кассиопеи у меня осталось совсем на донышке. Раз холостой, два холостой, три холостой, четыре. Эй, да. Давайте вас тоже подушу. Вдруг вы тоже почувствуете через экран, как это пахнет. Слушайте, с первых стартовых нот это действительно очень похоже на кассиопею. Ну, то есть, это вот такое вот направление сочное, фруктовое, фруктовая корзинка. И
При этом эта фруктовая корзинка абстрактная, так как я даже не подношу руку к носу, вот чувствую, как летают эти вот шикарные фруктовые, кисло-сладкие, сочные флюиды, говорит о том, что аромат будет действительно сверх-мегастойкий. Ну, естественно, аромат эрбопура – это для тех девушек и женщин, современных девушек и женщин, которые любят заявлять о себе, не боятся оставлять после себя длительный, изысканный, шикарный манки и сексуальный шлейф. Да, вот эти флюиды летают. Это просто божественно. Я думаю, что буквально 100% мужского населения этот парфюм от вас понравится. Мужчина такой любит, такое дерзкое, манкое, сексуальное, приятное, шикарно звучащее парфюмерное послевкусие, то есть вот этот вот шлейф. Ну что, давайте понюхаем, как это пахнет, собственно-то, с кожи. А с кожи это пахнет не менее приятно. Но с кожи я не могу сказать, что это, знаете, прямо 100% кирки, потому что кирки... С кожи звучит однозначно более фруктово, а в этом аромате присутствуют какие-то вот такие вот более современные нотки чистоты и свежести. Хоть в этой парфюмерной композиции и чувствуется ваниль, а ваниль здесь непростая, она мадагаскарская, она не перебивает те самые абстрактные фруктовые ноты, среди которых отчетливо можно услышать недозрелый, кисленький, такой вот зеленым бочком мандаринчик, сочный лимончик. Лимончик здесь именно сладкий, буквально брыжущий соком и немножечко терпковатый, с легкой горчинкой бергамот. И, конечно же, шикарную, так обожаемую мною амбровую красивую подложку. Да, этот аромат хоть и фруктовый, хоть и с ванильной составляющей, он свежий. Он очень свежий, он очень молодой запах с легкой горчинкой, с легкой-легкой терпкостью. Итак, верхние ноты, они сейчас немножечко сглаживаются. В верхних нотах, я уже сказала, я хорошо слышу. Ну и априори тут есть, если вы почитаете ароматную пирамиду, это сицилийский мандарин, сицилийский апельсин и, конечно же, бергамот. Абстрактные фруктовые ноты, среди которых можно прослушать и что-то такое, и маракую, и какую-то легкую терпкость граната. Кстати, персиковости я здесь абсолютно никакой не прослушиваю. Но, возможно, здесь можно услышать именно кожицу, то есть шкурку бархатистую персика. Возможно, на вот такое вот сравнение меня навела вот такая вот бархатистая поверхность этого флакончика, которая действительно похожа на кожицу персика. Мускуса пока я здесь не слышу. Действительно, раньше... В прошлой фиолетовой эрбопуре очень доминировал тяжеловатый для меня мускус. Здесь на данном этапе раскрытия мускуса я пока абсолютно не чувствую. Зато очень красивая, современная и породистая амбровая нота. И, конечно же, буквально капля, буквально толика ванили. Я очень боялась, что этот аромат будет тяжеловат для меня, но нет. Действительно, все, кто писали отзывы про эту парфюмерную композицию, были... Право, да? Это легкий, свежий, чуть со сладинкой. Нанесу буквально на вторую руку. Пойду сейчас забирать посылки. Буду очень вкусно пахнуть. Я думаю, что данный шлейф должны все оценить. А ну-ка, давайте-ка я сразу поднесу к носу. А вот если вот буквально сразу после распыления поднести парфюмерную композицию к носу, то да, действительно чувствуется... Персик, маракуя, какая-то, знаете, такая вот современная свежесть, очень породистая. Какой-то, вы знаете, опять же, минеральный акцент, который у меня ассоциируется с белым цветом, с белоснежным цветом, а вот не с таким, как вот этот флакончик. Вот этот флакончик может ассоциироваться, знаете, с морем, океаном, побережьем. Нет. У меня первые ноты ассоциируются действительно с белым цветом, да, как это ни странно. Белый, чистый, довольно-таки легкий, как это ни странно, парфюм. Но, возможно, мои обонятельные рецепторы, они, знаете, уже немножечко адаптированы. Возможно, и так.
Очень красивая вот эта вот фруктовая корзинка, которая в ключе аромата кассиопея Тициана Теренци, но ее не повторяет. Просто если вы любите такое нишевое фруктовое звучание парфюмерии, то тогда вам сюда. Но фруктовая здесь более такая чистая, более сглаженная, не такая откровенная, как в кассиопее. Ну и мало того, такого мускуса, как в Тирке, я тут вообще абсолютно не чувствую. Это, наверное, хорошо, это к счастью. То есть абсолютно ни одной какой-то свербящей, мешающей ноты в аромате нет. Да, вот здесь он уже более подраскрылся, и здесь раскрывается легкая сладость ванили. А на этой руке пока еще, знаете, такая вот фруктовая чистая корзинка. Или, знаете, скорее всего, как можно проассоциировать, что на белоснежную, на крахмальную скатерть положили горку фруктов, среди которых есть как и спелые, источающие сок, такие, например, как манго, маракуйя, а есть такие, которые кисленькие, еще слегка недозрелые, такие крепенькие, с такими зелененькими бочками. Им нужно буквально полежать денек-два, прежде чем набрать свою вот эту вот сладость, да? Это я говорю к тому, что аромат хоть и сладковатый, но он абсолютно не такой, не липкий, не сладостный, не приторный. Я не могу сказать, что это парфюмерная композиция гурманская, хотя ее не хочется съесть, но она настолько такая кисленькая, бодренькая, леденцовая на самом старте, что вот действительно вот прям слюнки текут. Аппетит при этом не повышается, но пахнет невероятно вкусно. Пахнет чисто, не мускусит, не свербит. Парфюм достаточно яркий. Я думаю, что он будет ярчаще. Сейчас я выйду на улицу, буду ловить сама от себя этот великолепный шлейф. Он яркий, он громкий. И шлейф у него довольно-таки длительный должен быть, но это по определению, да? Тут ты проверять не надо, это же эрба пура, все знают. Никакого мускуса. Есть какая-то легкая терпкость, но терпкость это именно фруктовые кожицы, кожица фруктов. Вот знаете, вот сейчас пахнет, как будто бы манго чистят, маракуйю чистят, очищают кожурки с апельсинов, с мандаринов. Это вот такая вот горьковатая, очень приятная сочность кожурок этих замечательных плодов. Да, вот знаете, мне очень понравилось. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, знакомы ли вы с этим ароматом именно новым. И, ну, также будет интересно, если вы в комментариях сможете сравнить, действительно ли так отлично, как для меня и для вас звучит старый выпуск Эрба Пура, который был по определению тяжеловатым. И вот эта вот замечательная первая формулировка Эрба Пура в таком вот лазурном, очень красивом флакончике. Мне будет очень интересно. Да, почему-то с двух рук пахнет немножечко по-разному. Вот здесь пахнет с этой руки более леденцово. Такие леденцы-сосульки. Мультифруктовые. А здесь пахнет, знаете, фруктово, но с более таким ванильно-амбровым уклоном. Очень интересно. Не знаю, как вы думаете? Ну, на волосах у меня, знаете, со вчерашнего вечера Туту Бланк Гритти находится. Я его тоже до сих пор очень хорошо чувствую, поэтому, наверное, не буду смешивать. Пусть волос у меня будет Гритти. Гритти будет держаться Туту Бланк. Он тоже фруктовый, очень приятный, вкусный. Но там мускус чувствуется более открыто, чем именно в Эрба Пуре. И в Туту Бланк мускус мне очень-очень нравится. На Туту Бланк я еще вам даже не успела толком сделать обзор. Делала только распаковку, а уже сама вовсю ношу Туту Бланк. Кстати, в комментариях тоже про Туту Бланк Гритти мне напишите. Мне будет очень интересно. Так что, в общем, я очень довольна, как всегда. Моя слепая покупка была очень удачная, без предварительного затеста. Причем эта покупка была основана на отзывах пользователей Фрагрантики, Ла Парфюмерии, да, других ресурсов. Вот. Причем Фрагрантики как русскоязычные, так и англоязычные. Так как парфюмерная композиция действительно достаточно дорогостоящая, я очень хорошо промониторила, прежде чем сделать этот классный заказ. Ну и в этот раз, ну,
Мне кажется, да, 90% отзывов, которые были оставлены на фрагрантике, полностью сошли с моим мнением. Очень вкусный, очень приятный, действительно летний, весенне-летний, вот на тепло аромат, потому что он, как ни странно, для вот такой вот солидной марки Xer Jov, которая выпускает ого-го, какие ароматы, он свежий, свежий и действительно носибельный. Прям не хочется, знаете, нос отрывать от своей руки. Ладно, все, я пошла забирать. Там у меня целых 3 посылки золотого яблока накопилось за праздники, пока я отдыхала на даче. Нужно их забрать. Не знаю, когда у меня получится их распаковать. Я постараюсь, конечно, завтра сделать обзор. Ну, сразу все распаковывать. У меня получится тогда контента. У меня не будет, а я не люблю прерываться так надолго, как вот сейчас, когда я была на даче, да. Каждый день новый парфюм – это лозунг блогера Ольги Тверская. Ну, пока есть такая возможность, особенно пока такие шикарные парфюмы еще можно приобрести по нормальной цене. Вы заметили, что цены сейчас немножечко урегулировались, немножечко встали на место. Они уже не так нас шокируют, не так пугают, как еще недели, наверное, 3 назад. Да? То есть я думаю, что пока можно покупать, пока цены опять не взлетели, нужно пользоваться, да, моментом, и тем более пока парфюмерная продукция таких вот шикарных брендов не исчезла с полочек наших магазинов. Поэтому у меня вот такой вот, знаете, последний месяц, особенно шопоголизм. А нужно будет снять для вас видео, сколько парфюмов я купила за апрель месяц. Ну, не знаю, успею я такое видео снять или нет, но точно нужно будет снять. Ну, возможно, даже в середине месяца. Я думаю, всем будет интересно. Да, вот с вами болтаю. И чувствую, да, просто шикарно, причем с двух рук пахнет немножечко по-разному. Тут более амброво-ванильно с фруктовыми акцентами, а здесь, может быть, сюда больше попало, сам пшик, может быть, был более щедрый, а здесь более фруктово, более чисто, более свежо, опять же, с очень красивым и породистым дорогим амбровым акцентом. Еще раз зацикливаюсь, еще раз вам обнародую такую новость, что никакого тяжелого мускуса в этой эрбо-пуре нет. Поэтому можете с легкой душой, так же, как и я, на лето, на весну вот сейчас и на лето приобретать данную парфюмерную композицию. А так как здесь целых 100 мл, то я с огромным удовольствием этим парфюмом с вами поделюсь, потому что я покупаю огромный флакон, вот такую сотку, да, себе из него я обычно оставляю миликов 30, что при всей моей коллекции вполне себе достаточно. Ну, вы и так знаете. На этом я уже буду заканчивать это видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. Пошла забирать свои посылки. Пошла отправлять ваши посылки. В общем, до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Всех целую.